Если вы очень любите баклажаны и мясо, тогда это блюдо для вас. А если и не очень, то все же рекомендую попробовать. Результат того стоит. Нежная и сочная запеканка из баклажанов и мясного фарша с томатно-сливочным соусом никого не оставит равнодушным. Готовится очень просто и быстро, а исчезает мгновенно. Очень вкусно! Вначале баклажаны нарезаем кружками и кладем в холодную подсоленную воду приблизительно на 2 часа. Затем воду сливаем. Далее нашинкуем лук и положим в мясной фарш. Добавим яйца, рубленую зелень, соль, перец. Из подготовленного фарша формируем фрикадели. Далее каждую фрикадель кладем на кружок баклажана. Слегка приплюснув, накрываем другим кружком баклажана и так далее. Баклажаны с фаршем плотно выкладываем в глубокую форму. Теперь подготовим соус. Томат-пюре смешиваем со сметаной и водой. Не забываем посолить, поперчить по вкусу. Далее с соусом заливаем баклажаны. Форму отправляем в разогретую до 200 градусов духовку и запекаем 30 минут. Затем нам необходимо форму накрыть крышкой и запекать еще 30 минут.